КФУ состоялась финальная сессия Международного форума сбережения человечества как императив устойчивого развития. По ее итогам эксперты со всего мира подписали декларацию о путях сохранения и развития гуманистических принципов, которая получила название «Казанской». Напомним, что форум проходил под эгидой ЮНЕСКО и собрал деятелей науки, культуры, политики, дипломатии со всего мира для выработки единого взгляда на пути решения стоящих сегодня перед человечеством глобальных проблем. Вступило предложение сделать площадку, постоянно действующую площадку по этим вопросам на нашей территории. Для нас, я думаю, это и дань уважения тем выдающимся гуманитарным школам, которые развивались в течение столетий на площадке Казанского государственного, императорского, сегодня федерального университета. Благодаря совместной работе экспертов удастся приблизиться к решению глобальных вопросов безопасности человечества и мирному существованию народов. Центр компетенции по реализации тезисов декларации будет базироваться в Казанском федеральном университете. Анастасия Иванова, Ленардо Валетьяров, Универньюз.